всех сборочных операций и выполнения пусконаладочных работ происходит процесс приемки данного транспортного средства «Юнитрак». Разработан перечень проверок, которые реализуются в данном случае в цеху. Какие-то несоответствия либо отклонения от технических требований по месту устраняются. Значит, в отличие от предыдущей версии, был внесен ряд конструктивных изменений, которые затем были реализованы на данном транспортном средстве. Все это выполнено и должно подтвердиться испытаниями. Последующим этапом будет проведение проверок на экотехнопарке, которые подтвердят качество изготовления этого транспортного средства и способность выполнять его те функции, которые были заложены техническим заданием.